Обратиться к прокурору Первоуральска сегодня лично смогли жители поселка Белимбай. Руководитель надзорного ведомства вместе с главой Первоуральска и руководителем следственного отдела провели первый в этом году выездной прием граждан. Как говорят в прокуратуре, на выездных заседаниях граждане чаще всего жалуются на проблемы, которые не решаются долгое время. Например, споры из-за земельных участков или плохое освещение дорог. Чтобы оперативнее помочь людям, приемы устраивают совместно с главой города или его заместителями. Таким способом удается решить на месте большинство проблем первоуральцев. Выездные приемы городские власти и прокуратура будут проводить каждую пятницу. В следующий раз сотрудники ведомства приедут в поселок Кузино. Тем и хороши вот эти приемы, что мы действуем как бы в онлайн уже режиме. Знаем наболевшие точки того или иного территориального управления и, соответственно, уже понимаем, чем народ озабочен и стараемся максимально помочь.